О своем участии в квесте заявили более 30 команд. Это порядка 200 студентов. Свои сборные выставила каждая из 16 высших и среднеспециальных учебных заведений курорта. Квест создавали по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере. На станциях игры студенты готовили зелье в тайной комнате, роль которой выполняла небольшая детская палатка. Пытались составить заклинание, а еще мастерили из бумаги волшебную палочку и играли в квиддич, вымышленную игру из Гарри Поттера. Важно отметить, что само студенчество, городской студенческий совет подготовил это для ребят. Очень много различных точек, ярких, классных. Ребята с удовольствием их проходят. А вечером ждет грандиозное событие. Это общегородская вечеринка для всех 16 среднеспециальных и высших учебных заведений. Квесты «Вечеринка» проходят в Сочи в честь Дня студента. Его по всей стране будут отмечать завтра. Именно 25 января Елизавета I подписала указ об открытии первого российского университета. Ну а официально День студента, или как его еще называют, Татьянин день, в современной России отмечают с 2005 года. Добавлю, что в Сочи сегодня 15 тысяч студентов.